Всем привет! С вами рубрика FIFA 20 ТОП-5. И сегодня мы поговорим о пятерке футболистов, которые, по нашему мнению, получат самый высокий рейтинг в грядущей части FIFA. Пиши в комментариях, кто, по-твоему, заслужил иметь самый высокий рейтинг в FIFA 20. Пятое место – Килиан Мбаппе. Самый крутой тинейджер современного футбола провел свой очередной мощный сезон. В Лиге 1 за 29 матчей француз наколотил 33 гола и сделал 11 голевых передач. Независимо от того, останется ли Мбаппе в Париже или присоединится к условному Реалу, в FIFA 20 его непременно ждет апгрейд. В минувшей части Килиан стартовал с показателя 87. Зимой его общий рейтинг повысили на 1 пункт. А перед выходом новой части мы предрекаем ему рост на 3 пункта до рейтинга в 91, что позволит ему войти в топ-5 лучших игроков FIFA 20. Четвертое место – Эден Азар. Азар привел Челси к победе в Лиге Европы и с чувством выполненного долга отправился вслед за мечтой в мадридский Реал. В АПЛ бельгиец забил 16 голов и отдал 15 ассистов в 37 матчах. В целом Эден провел сезон на своем привычном уровне, и мы считаем, что его рейтинг в FIFA 20 останется без изменений. Ждем все того же показателя в 91, что позволит ему остаться на четвертом месте топа. Третье место – Неймар. Бразилец провел очень неоднозначный год, который был омрачен травмами и скандалами. Но несмотря ни на что, этот парень на поле все еще очень крут. В минувшем сезоне Лиги 1 у Неймара 17 матчей, 15 голов и 8 ассистов. Инсайдеры сообщали, что в прошлой части FIFA рейтинг Нея в 92 был обусловлен лишь лигой, в которой он играет. Якобы электроники были готовы наградить его более высокими скиллами. По итогам этого года апгрейда ждать не стоит. Скорее всего, Неймару оставят его рейтинг в 92 как минимум до зимы. Второе место – Криштиану Роналду. Португалец был лучшим игроком в FIFA 3 части подряд, но мы осмелимся предположить, что в новой части он потеряет свое лидерство. В FIFA 17, 18 и 19 рейтинг Криро составлял 94, но минувший сезон Роналду провел не так ярко в сравнении с предыдущими. И дело здесь не только в том, что впервые за этот период португалец не взял Лигу чемпионов. Криштиану в серии А с результатом в 21 гол стал лишь четвертым бомбардиром. Предсказываем Роналду даунгрейд на 1 балл общего рейтинга до показателя в 93, что станет вторым результатом в FIFA 20. Первое место – Лионель Месси. Лидер Барселоны провел мощнейший сезон и добавил в свою коллекцию еще одну золотую бутсу. Аргентинец забил 36 голов и отдал 15 ассистов в 34 турах Ла Лиги. В FIFA 19 он, как и Роналду, имел рейтинг в 94. И нам кажется, что своей игрой Лео заслужил как минимум сохранение этого показателя. Как все будет на самом деле, узнаем в сентябре. Ставь лайк, если тебе нравится рубрика FIFA 20 ТОП-5. Пиши в комментариях свое мнение о пятерке лучших игроков в следующей части игры. И не забывай подписываться на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!